21 Хазаров Сиражуддин, 5 номер Цурцулаев Абдул. Главный тренер команды «Спутник» Сулейманов Заур. Началась игра. И разница мячей 21 гол. Забит, опасно. Сейчас удар по воротам. И вратарь «Спортинга» вырвана всего «Спортинга». И разница мячей опасная. Ответ получается. Удар сейчас вышел на ударную позицию. 11 номер. И Тура. Опасно сейчас может получиться. Удар по воротам. Счет матча открыт. 1-0. Забивает «Спортинг». 21 номер Хазаров Сиражуддин открывает в игру, в борьбу. Тут уже 9 номер Вайнаха мчится к воротам. Удар по воротам и в ближнем бою просто спасает «Спортинг». Атакует «Спортинг», также борется. Удар по воротам и вновь спасает вратарь на добивании. На добивании первым успевает футболист Вайнаха. И счет в матче. Но вновь бежит он и подключается к атаке. Атака развивается левым флангом. Опасно. Тут может быть удар по воротам, рикошет. И сейчас просто повезло. «Спорт». Удар по воротам. Ой, как хорошо пробил. Прям в девятку под перекладину. Очень хороший. Потерял мяч Саламбек Ильгаджиев. Удар по воротам. И вы знаете, достал сейчас. Оказался свисток, и первая потеря имеется у Вайнаха в этом матче. Удар по воротам. Пробил сейчас издали. Может сейчас получится что-то опасное. 8 номер. Удар по воротам. И в очередной раз блестяще играет вратарь «Спортинга». «Спортинга». Контратака. Получится ли? Мамедяров бежит вперед. Что будет делать? По-моему, немножко завозился. О, но передача дошла. И гол. Забивает Анаев Арсен. После передачи. Вновь Гасанбеков ошибается. Багада Мухаммад. Можно бежать самому Мухаммаду. И удар по воротам. Пробил он в дальний угол. Не стал что-то прицельно. Тут. И что? Выход один в один. Один на один. Просто рандеву. Ой-ой-ой-ой-ой. Как красиво исполнено. Муса Бахтияров забивает. 3-1. И я думаю, это 15 очков. Поздравляем команду «Спортинг». Спасибо за то, что смотрели этот интереснейший матч вместе с нами.